Всем привет, меня зовут Прапор, и сегодня мы будем готовить блинчики. Метод готовки у нас на обычной сковороде и блинница. Не переключайтесь, посмотрим, что получится. Изначально разобьем 4 яйца. Возьмем венчик и взобьем эти 4 яйца. Потом добавим 4 яйца, это на 1 литр молока. Учтите, не переборщите. Ну, можете сделать и 6 яиц, но я делаю вот 4 на литр. Вот мы взбили наши яйца с молоком, вот получилась какая смесь. Теперь нам надо добавить 2 столовые ложки сахара. Ну, я добавлю чуть побольше. И если вот такая, как советская старая ложечка, половина ложечки, а так столовая ложечка соли. Обязательно не забываем добавить масло немного, чтобы у нас блины были хорошенькие. И добавляем немного, ну у меня, видите, баночка, где я храню уксус, соду. Надо щепоточку соды, чтобы блинчики были обалденные. Не переключаемся, смешиваем, ожидаем. Ну вот, смешали сахар, соль, масло растительное и соду. Сейчас добавляем муку. Ну я вот делаю таким методом, чтобы не было комочков, ну и чтобы тесто было, получилось без комков по итогам. И все это тоже будем взбивать. Ну, тесто мы будем побольше муки, поэтому не переключайтесь, ожидайте. И вот у нас появилась однородная масса. Оп. Ну, не однородная. Сейчас чуть-чуть еще разбиваем. И в это время разогреваем сковородку, ну и электроблинницу. Я вам покажу два вида блинов, как они будут у нас выглядеть. А там посмотрите, кто как будет готовить. Всем пока-пока. И я вернулся. Ну и так вот у нас слева, если вы посмотрите, блинчик на блиннице, справа в сковородочке. Сейчас надо перевернуть вот это безобразие. Обязательно не забываем приготовить сливочное масло, потому что когда мы будем снимать блинчик, мы же потом его будем смазывать маслом, чтобы он оставался мягким, а не твердым. Ну здесь у меня плиточка пока очень долго-долго уже разогревается. Не отключайтесь, скоро мы продолжим. Вот что у нас пока получается. Не забываем, что у блинницы есть один большой минус. У них края постоянно что сухенькие. В отличие от тех, то, что мы делаем в сковородочке. Ну, сковородочка уже, думаю, скоро подойдет, и я ускорюсь. Но не забываем обязательно после приготовления смазать полностью блин маслом. Так у нас все происходит. А здесь у нас заготовочка для блинницы, скороварки, хотел сказать. И вот у нас блинчики готовы. Каждый может попробовать их со сметанкой, со сгущенным молоком. Все на усмотрение желающих. Ну, вам спасибо, посмотрели, что видео. Не забываем подписываться на канал Мистер Босс. Смотреть новые блюда, которые будут приготавливаться на канале. Ну, и не забываем ставить колокольчик, чтобы оповещали о новых видео. Всем спасибо, всем пока. С вами был Прапор Антон, ну и канал Мистер Босс.